Поступление жалоб на повышение тарифов на теплоэнергию продолжается. Подорожание услуг коснулось как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. С начала года были даже поступления исков в суд на АО «Трансэнерго» о необоснованном повышении тарифов. Юристы предприятия объясняют, тарифы дифференцированы по группам потребителей, а также в зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии. Если они, аптеки, магазины, рестораны, они нанимают работников и не живут там, не жилой объект. То есть в данном случае вот ИП, которые подали в суд, там один получается фотосалон, другой салон красоты. Мы выяснили, что согласно технического паспорта они не являются жилым объектом, эти фотосалоны и это салон красоты. То есть они нанимают людей. В этом случае, если у них есть индивидуальное свидетельство ИП, то они не относятся к населению. То есть они занимаются предпринимательской деятельностью, они выгоду имеют. Специалисты АО «Трансэнерго» рекомендуют переходить на общедомовые теплосчетчики для того, чтобы жильцы домов и предприниматели не ощущали особого роста тарифа. Было отмечено, что Актюбинская область – одна из областей, которая имеет самое низкое обеспечение общедомовыми приборами учета тепловой энергии. Две трети жильцов, если согласны на установку приборов учета, то решение принимается согласие. Второе – это наличие зарегистрированного органа управления кондоминиумом, КСК, либо закрепленного какого-то ответственного лица, который имеет статус КСК, кондоминиума или ПОКа. А третье – удовлетворительное состояние подвалов с местом установки прибора учета для сохранности прибора учета. Четвертое – это наличие герметичной запорной арматуры. Это основные принципы, которые необходимы для установки приборов учета. Таким образом, тариф для населения, имеющего приборы учета, составляет 2121 тенге за гигакалорию. Без прибора учета – 3181 тенге за гигакалорию. Что касается прочих потребителей, к которым как раз таки и относятся различные ИП, такие как парикмахерские, мелкие магазины, тариф с приборами учета тепловой энергии составляет 4009 тенге за гигакалорию. Без прибора учета – 6560 тенге за гигакалорию. На сегодняшний день из 1200 домов в городе всего в 291 доме установлены общедомовые теплосчетчики. Из них 20 домов были обеспечены приборами учета через фонд развития ЖКХ. До конца года планируется установить теплосчетчики еще в 180 домах. Айшат Ибрагимова, Жасулан Джубаев, программа «Факт».